Муниципальный этап президентских спортивных игр открылся в универсальном спортивном комплексе Подмосковья с соревнованиями по легкой атлетике, бегом на дистанции 50, 600 и 800 метров. Второй этап пройдет 3 мая. Ребята будут играть в стритбол. По указу президента эти соревнования проводятся с 2010 года. Их цель – создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения. Хочу пожелать вам интересных состязаний спортивных, побед, ну и минимум травматизма. Берегите себя и побеждайте. Спасибо. Также с приветственным словом к ребятам обратился представитель администрации округа. Нам очень приятно видеть вас в нашем замечательном спортивном комплексе, гостеприимном комплексе Подмосковья. Прошел год, и мы снова открываем наши уже ставшие постоянные президентские спортивные игры. Я вам желаю всем побед и хочу напомнить, что лучшая команда-победитель будет представлять городской округ Щелково на регионе. В прошлом учебном году на школьном этапе игр соревновались более 10 500 щелковских школьников. В этом году в муниципальном этапе примет участие 21 образовательная организация со всего округа. Анна Приенко, Игорь Поляков, Владислав Реус, Щелковское телевидение.